Здравствуйте, приветствую вас на канале Мой Сад. И сегодня мы в Ашане и посмотрим, какие же есть цветочки и какие на них есть цены. Такие орхидейки, цена 1200. Здесь подешевле, по 800 рублей. Какая красота. И тут не ставится. Так, дальше. Бегония Элатиор 369 рублей. Красоточки. Ну, видно, уже завоз был давно. Вот. Так, дальше цикламенчики. Цикламенчики. Так, цена. 389. Увядающие хризантемки по 79, по оценке 727. Агланемы. Фикусы 592. Алоэ вера 695 рублей. Вот такие красавцы. Прям замечательные красавцы. Ореха 339. Герберы. Такая красота. 369, 349 антуриумы. Спатифилумы 385. Амалевисы есть здесь. 599. Вот так один вот такой распустившийся. 215 примулы. Так. Ну как искусственные прям. Как искусственные, вот эти особенно розовые. Как они будут? Ну, недолго. Их же нужно в землю закапывать, многолетние растения. А сейчас какая у нас земля еще? Они прихотливые, да? Ну, они многолетние в грунте. Ну, вот такие красивые. Ну, просто нет слов. Еще такое разнообразие. И столько бутончиков, вот здесь еще будут раскрываться, да, раскрываться, да, и раскрываться. Они еще не помяты. Вот красота. Вот так. Каланхоя 200 рублей. Маленькие, большие по 600 рублей. Вот тоже такая картинка. Полянка красочная, весенняя. Замечательно. Ашан уже готовится к 8 марта. Ну и вот здесь хризантемки прям свеженькие. Миксы. Вот. Интересно, какая цена. Здесь не указано. Поставщик Москва. Вот такая красота. И вот такие еще антуриумы остались. 550 это красота. И 900 рублей антуриум. Так. 400 рублей кактусы. Кактусов здесь много. Большое разнообразие. Я немножко тоже теперь на них подсела. Не знаю, затянет ли это меня или нет. Ну вот, цены разные. Выбор есть. Приходите, приобретайте. Витринку сейчас опять тут попереставили, поменяли. Вот так здорово. Поглядеть на растюшку. 36 это у нас фитония. Вот такая фитония. Так, рассола 495. Так, а это у нас как она называется-то? Пелея. Пелея. Вот такие крокодильчики, пелечки. 3D-шные, очень красивые, замечательные растения. Ой, вот это вообще ушки такие замечательные, красота какая. Вот такой ценник. Вот показала вам цветочки в Ашане, город Омск. Вот с ценами познакомила. Приходите, приобретайте. Ведь 23 февраля это день не только мужчин, но и женщин, все, кто связаны с защитой нашей Родины. Так что
им тоже будет приятно получить такой подарок. У кого-то дни рождения, так что цветочки все равно есть, несмотря ни на что. А я вам желаю всего самого наилучшего и до встречи на канале Мой Сад.